А в Кении показали уникального детеныша – гибрид зебры и осла. Вероятнее всего, в прошлом году мама зебра покинула национальный парк и присоединилась к стаду скота. А уже спустя 12 месяцев появился необычный зверенок. Зонки сочетает в себе крепкое тело папы осла и полосатые ноги его матери зебры, что делает его уникальным созданием.